прикольно. Жень, хочу, 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 хочу. Боже, привет, Мехколаповы. Как дела? Как красиво, здорово, слушаю. Какие классные. Здрасте. Мы за котятками. Взвесьте полкило. Бахилы и перчатки. Жень, ты посмотри, какой толстый. Я бы тебя бы затискала бы. Малыш, нам бы кого-нибудь поменьше. С бахилами. Да, давай. Ты меня пугаешь. А? Твоя мама так всегда говорит с тех пор, как мы поженились. Нам нужен маленький. Да, твоя не говорит? Нет, моя говорит, как ты за него вышла? У него нет квартиры. Привет. Ну, вообще-то у меня есть комната. Ага, с машинками под кроватью и без замка на двери. Так. Во-первых, мама не заходит без спроса, а во-вторых, она помешана на privacy. Она помешана на внуках, поэтому она не заходит, чтобы тебя с ритма не сбить. Ой, посмотри, какая милота! Какие вы классные! Здорово, малышня! По какой статье чалимся? Можно я буду тупо тут сидеть и смотреть на них примерно всю оставшуюся жизнь? Да сиди, нам что остается-то? На Гуанос не взяли? Пока не взяли. Дом не резиновый, а друзей фрилансеров у Гоши туча. Кстати, хотел спросить, а может они все не просто друзья, поэтому и нас не зовут? А может ты сосредоточишься и выберешь кого-нибудь? Да, если честно, мне кажется, без разницы. Вор по ночам и какахи нам обеспечены, да? А можно без этого всего? Можно. Как тут, заведите? Офигеть. Ну ладно, мы же это... воспитаем. Когда? У тебя сколько сайтов сейчас? У меня 8 и 9 в разработке. В перерывах. К тому же иногда полезно отлипнуть от компа. В перерывах у нас с тобой интимная жизнь с оглядкой на дверь. Ладно, хорошо. Давай просто у этой спросим, есть ли здесь какие-то приличные коты, которые не гадят, едят все подряд и спят по ночам. Да, и не шляется где попало. Заметь, я от него не требую гарвардского диплома. Я хочу, чтобы он был умный и вписался в нашу жизнь. Слышь, малой. Жена хочет знать, умеешь ли ты работать в команде. М? Положите Стива Джобса на место. Котенок болеет. Он сейчас не отдается. Читать умеете? О, простите, мой косяк. Кстати, насчет котят. Я их отдаю только в проверенные руки. Угу. А как нам сделаться проверенными? Выбирайте животные, потом подойдете. Кстати, готовьтесь к инспекции на дому. Что значит подготовьтесь к инспекции? Ну, это правила такие. Я у них на сайте читал, там все серьезно. Зато котики без сюрпризов и постоянный саппорт по всем вопросам. Перед тем, как кого-то взять, надо пройти детектор лжи? Да ладно, что ты паришься? Мы пришли за котенком и уйдем с котенком. Братишка. Вот. Ну что, кого выберешь? Дон Жуана или Папу Римского? Не знаю, все равно кастрировать. Ну, вообще-то это еще не точно. А кто из них Дон Жуан? Так, этот... Так... Этот... И этот, по лицу видно. Так, ты обратно. Будешь жить с нами? Да, только после дедлайна. А пока не сдадимся, лучше к нам не соваться. Ну, хотя можно сунуться к моей маме. Пока у нее нет любимых внуков. Ну да. Ну что, все? Все. Баба. Так, мы, по-моему, выбрали. Так. Ау, тетя, нам бы кота забрать. Неужели, блин, теперь ее нету. Нормально? Ну ладно, придется подождать. Подождать? Нормально. Держи. Прям. Как слышно?
Ого, понял. Слушай, Гошана, все-все-все переехали из Арамболя в Панаджи. Сняли новый дом, ты прикинь вообще. Смотри, какой, смотри, смотри. Посмотри. Круто. Есть места, Жень. Да места ладно. Места есть. Ты забивай, что ты сидишь, забивай скорее. Офигеть, офигеть. Ну, если мы подписываемся, это надолго, ты понимаешь, да? Ты готов? Какие вопросы? Давай скорее, а то опоздаем. Супер. Ура, 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 ура. Все, мы едем. Я сказала? Че, пошли? Давай, 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 давай. Пусть потом нас эта наблюдательница ищет. Да, Дон Жуан? Так, стой, Георгий точно не будет против, что мы с котом приехали? Да я понятия не имею, я не знаю, не спрашивала. Ну вот, а мне кажется, что у него с котами, прям, мягко говоря, совсем не очень. Давай, знаешь, что сделаем? Давай, ты садись, я сейчас вас это сфоткаю. Давай, Дон Жончик, это в твоих интересах, давай, не глупый, давай. Индия! Гениально. А мы вас потеряли. Хотели уже катана украсть, только у вас тут камера же. Анкета и договор. Заполните. Ага. Хорошо. Спасибо. Тихо, 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 тихо. Ручка. Да. Так, укажите ваше имя. Так что, ответили? Да нет, одна галочка, блин, бесит. Жень. Ну, а если на него змея нападет? Ну, он такой маленький просто. Да змея — это вообще фигня. Там вурдалаков всяких ходит. А если он кого-то проглотит? Ну, это еще хуже. А вдруг он заболеет? Как мы его лечить там будем вообще? Хозяйка приюта тоже, кстати, интересуется этим вопросом. Гоша написал, что Камаджи — это только начало. Потом мы поедем путешествовать по миру. После Гоа будет Исландия. Блин. Жень! Исландия? Исландия! Охренеть! Охренеть, да! Ты понимаешь, что я же мечтала жить во всем мире, Жень. Да, во всем мире, а не в этой детской комнатке. Ага. Ну чё? Отбой? Просто реально интересно, у них там действительно полиамория или как? А ты опасаешься или надеешься? Ну, по-любому она это все сольет в сеть, и над нами все будут угорать. Пусть угорают, пожалуйста. Зато мы живем той жизнью, которую мы хотим. Ну тогда мяу-мяу. Ты чего? Совсем уши развесил? Думал, все. Гуа, девочки в бикини. Пляжи, коктейли. Поверь мне, старик, это не для тебя. Не для тебя. А что так кричать? Да-да-да. Народ приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Вас не забалуешь. Сейчас вам все будет. Давай, дорогой. Привет, привет. Соскучились. Новенькие-то есть? А то как мы поймем, кого мы уже видели? Конечно, без проблем. Я сейчас вам принесу список отвергнутых вами котов. Хотя нет, я же не сумасшедшая. Таких списков не веду. Же говорят, что животные делают людей добрее. Мам, посмотри, я такой не помню. Нет, ну это слишком простая. Ну, по-моему, ничего. Нет, ну нам не нужно ничего. Нам нужна красивая, умная, воспитанная, понимаешь, чтобы ее не страшно было ввести в дом. Ну, смотри, какая блондинка. Ах ты,
ты? Они все хорошие, мне все нравятся. На, ну всех не осчастливишь. Ну, давай, ну соберись. Это все-таки важный выбор. Я не знаю, тут ты что думаешь? Ну, вот этот слишком толстый. Это какая-то пугливая там. Да. А ты спи, спи. Мы тебя уже давно отсеяли. О, чего ты кричишь? Ты чего орешь все время, а? Ты нервный, да? Да. Ох, ты цаца. Какая цаца. А ты кого себе выбираешь, а? Раба или хозяина? Ух ты, подожди. А вот эту мы не видели. А как ее зовут? Хиллари Клинтон. Чего это вы так с ней? Мы ее хотели Ангелой Меркель назвать, но нет, не дотягивает. Нет, нам такое в дом не надо. Да, у нас эта должность занята. Значит, ну перестал, Никита. Ну, а что ты в таком настроении-то? Ты у меня в настроении, да? Больная, что ли? Вот ты где, привет! Как у тебя дела? Тебя не забрали еще. Никита! Никита! Никита, мы это уже обсуждали, нет. Мам, мне всего лишь 10 лет. Угу. Это возраст дожития. Угу. Ну, посмотри на нее, она рожала уже раза три. Ну, хорошо. Опытная женщина, нравится мужчина. Эта женщина бросит тебя в марте, когда за окном учует секс. Ну, кусает. Так, а вот. Ой, ты моя Колёсия, какая прекрасная. Да ты какая Колёсия, сколько ей? Возраст согласия. 1 год. Никит, Никит, ну-ка давай скорее сюда посмотри. Она молодая, не хочу возиться. Ну, не зря. Это же пластилин. Ты можешь сделать все, что угодно из нее. Знаешь, мы с тобой сделаем идеальную, идеальную домашнюю кошечку. Конечно. Ух ты, мы хорошая. А вот представляешь, ты на работе, а она сидит вся вылизанная, у двери ждет. Когда же придет мой... Ой, Никита Андреевич, прелесть. Ты слышишь меня, сын? Сыночка. Ты слышишь меня, сын? Мам, я тут подумал, мне от дедовской квартиры до университета намного ближе. Может, я у него поживу временно? Я не поняла. Тебя что не устраивает? Я тебя привожу, увожу. У кого это в университете свой личный водитель есть? Не знаю. А деда я могу пешком, говорят, это полезно. А у меня в институте студенты все ждуном обзывают. Толстяк сидит, ждет мам на лавочке. Ты их обзывай. Можешь даже писать зачетку. Ну, деда убитая квартира, ну как ты там будешь жить? Да мне особо ничего не надо. Стены есть, да и нормально. Чтоб скучно не было, вот кошку возьму. Так, Никита, вот сейчас стой там, где ты стоишь. Никита! Никита! Что происходит? Я хочу пожить один. Бред какой-то, зачем? Ну, просто интересно, как это? Ой, да вам понравится! Так. А вы не влезайте, вы занимаетесь своими кошками. Никит. Никит. Ты обиделся? Нет, мам. Я давно уже все решил. Ну, как же я? В дедовской хрущевке все условия для кошек. Если что-то попортит, мне не жалко. Мне тоже не жалко. Мне тоже не жалко. Мам, ты маленькая хочешь, я большую. Почему так думаешь? Взрослая кошка – это отличный вариант для доцента-кандидата философских наук. Да, даже если она рожала.
Но мы же не будем жить с детьми. Так ты все-таки хочешь эту Серсею? Вот как мы первый раз сюда пришли, вот я сразу увидела, что между этой Ланнистерой и тобой что-то происходит. Она меня всегда кусает. Тебе это нравится? А если она ночью нападет на тебя? Мы же не знаем, как эти ее предыдущие хозяева с ней обращались. И вообще, вот смотри, а? Я думаю, что надо недельку пожить у нас. Смотрите, она вообще нормальная. Мам, извини, я все решил. Пожалуйста, анкета, договор. Угу. Заполняйте. Давайте, я ее в переноску посажу. Переноску потом вернете. Да, сейчас пойдем домой. Ну что, диван тебе привезти? Диван не помешает. У меня с ним полная совместимость по холмам и впадинам. Ну ладно, сегодня скажу своим таджикам, пусть при... Загрузят, выгрузят. Ну, как хорошо, когда у тебя мама начальник ЖЭКа. Только, пожалуйста, ну, заплатите им, Вера Сергеевна. А ты как будто из фонда по борьбе с коррупцией, да? Библиотеку тоже привезти. Вези. И на ужин что-нибудь. Ну, ужин мы на месте сделаем. Что ты хочешь? Свинину с грибами и ризотто. Ризотто мы вчера ели. Не надоело? Твое ризотто надоесть не может. Ладно, ладно. Ты не подлизывайся. Сегодня приготовлю, а завтра сам. И за кошкой ты будешь ухаживать сам. А то я тебя знаю, как сядешь со своей наукой и пропал. Так, здесь написано, если от вас сбежало животное на улицу, ваши действия. Искать? А какие еще могут быть действия? Нет, я просто не понимаю, зачем сбегать? После всех мытарств ты получишь, наконец, все, что захочешь. Откуда ты знаешь, что она хочет? Чужая душа потемки. Да нет, ну, то, что все хотят. Ласку, заботу, обожание. Зачем от этого сбегать, если тебя никогда никто не любил, и нет. Вдруг... Подождите, я всегда говорю новым хозяевам о прошлом животных, но здесь другая ситуация. Хозяин попросил его не упоминать. А почему вы не сказали, что у него есть хозяин? Ну, кошек тоже могут быть свои секреты. Не, во-первых, это я должен знать, что вы мне здесь тут подсовываете. Он очень скучает и не хотел отдавать Серсею. Это жена его заставила. И что, Серсея до сих пор помнит? Что, Серсея по нему скучает? Теперь представь, что она будет постоянно убегать к своему хозяину. А кошки, они очень хорошо помнят свой дом. Ладно, заполняйте. А мы пока на трон сходим, потому что это все долго может быть. Сыночек, ты... Ты не переживай. Ну, хочешь? Ну, давай еще походим. Другую найдем какую-нибудь. Да все они такие, мам. Все, у каждого свое прошлое. Если что не так, они, понимаешь, вот сразу сбегают. А ты потом сиди один, как дурак, в дедушкиной квартире. Вот, а я тебе и говорю, не надо торопиться переезжать. Найдешь достойную. Начнешь новую жизнь. Мама, а может быть, нам в область, в приют съездить? Мы там еще не были. Гениальная идея. Конечно. Понимаешь, главное, не надо циклиться и торопиться. Мы можем выбирать с тобой хоть 1000 лет. Понимаешь, никто из квартиры тебя не гонит. Поездим, посмотрим. Да. Да, ты не волнуйся. Они через полгода вернутся. Вот увидишь. Только ты еще подумай, нужно ли тебе такое счастье?
ребята, признавайтесь, кто готов переехать уже сегодня? Поднимите лапы. Какая! Ну, здравствуй, царица. Здравствуй. Какая красавица. Открывать можно? Если осторожно. Не выпускайте животных, а так, пожалуйста. Ну, иди сюда. Ну, здравствуй. А ты что так жмуришься, а? От счастья? И тебе нравится, да? А я ей нравлюсь. А я не удивлена. Но нам нужен кот, потому что у меня в доме не хватает мужества. Кстати, посмотри, как тебе? А, ну-ка давай посмотрим, что у нас тут с мужеством. Иди сюда, я тебя пощупаю, мужество. Юра, хватит. Ну что такого? Первичные половые признаки – это верный признак мужества. Иди сюда. Давай. Я думала, мужество – умение принимать сложные решения и отвечать за них. А с этим у него тоже все в порядке. Что, простите? Этот кот умеет принимать решения. Примет за вас, за себя. Вы только позвольте ему. Македонский? Александр, кот 2G. Что такое 2G? Юра, 2 года. Ну, тут все понятно. Кстати, какие у него недостатки? Только честно. Александр, я бы на вашем месте сразу обиделся. Иногда агрессивный, любит погулять на свободе. Ну, то есть обыкновенный мужик, в смысле кот. Да, нам такой не подходит. Нам нужен такой ласковый, ленивец и поэт. А, тогда вам в тот зал. Там кот, Пушкин. Только у него другая фишка. Все переворачивает вверх дном. В поисках рифма, наверное. Юр, я задача пристроить животное в хорошие руки. Ты ей голову морочишь. А что я такого сказал, Оль? Ну, привет, Александр Сергеевич. Ах, милый ты, дуэлянт. Нравится творческий беспорядок, да? Но ты не один у нас такой. Жива была Ольга, горя не знала. И вот теперь будет убирать за двумя мужиками. Ничего страшного. Небольшой бардак не помешает моей правильной жизни. Ах. Юр, я понимаю. Тебе все это странно и страшно. Но самое главное уже позади, да? Ты же ей все сказал. Поэтому давай возьмем уж какого-нибудь кота и поедем домой. Нет, Оль, ну так не делается. Ну, ты же не знаешь, что у него в голове. Может, это какой-нибудь скрытый социопат или сволочь по жизни. Кто, кот? Ну? Да ты что, я обожаю котов. Ну, что может быть в них плохого? Если вас интересует, я могу вам рассказать. Пойдем посмотрим еще кого-нибудь. Эта женщина меня пугает. Юр, я не понимаю, мы что, все еще прячемся? Мы все прячемся. Да ты от меня шарахаешься. Оль, ну мы вообще-то в приюте. Ты хочешь здесь сексом заняться, что ли? Нет. Я хочу, чтобы ты вел себя нормально. Как ты собираешься мне из школы забирать, если ты котов стесняешься? Матвей, иди сюда. Оль. Мой сын ничего не знает. Что? Жена требует, чтобы я сам сказал, а я не могу. Ну, что я ему буду говорить? Юра, ты ушел из семьи. Вадик и так все поймет, ему 11. Просто он не будет знать, что ты ушел к его учительнице. Я не сегодня ушел из дома. Я уже месяц живу в офисе. Просто дела в бизнесе пошли не очень. Я хотел банкротиться, но потом передумал и решил бороться. Почему ты молчал, Юра? Ну, потому что фиаско – это не самая приятная тема для мужчин. Ну,
Ты бы мог жить у меня все это время. Не мог. Ну, не делается так. Нужно сначала дела решить с бизнесом. Ну, с Ватькой, в конце концов. Ну, как же... Как же теперь мы с тобой? Я не знаю. Ну, до осени я поживу на фирме. Надо исправлять свои ошибки. А потом мы вернемся к нашим планам. Если меня, конечно, не убьют. Ну, прекрати, ну, прекрати. Ну, что ты такое говоришь? Ты не переживай. Я думаю, что все наладится. Обязательно, слышишь? Я в тебя верю. Жаль, что все это сейчас, когда ты ушел от жены. Жаль, что я не кот. Жил бы сейчас вот в этом приюте, почувствовал в себе яйца. Юра, ну вечно ты. А потом явилась ты, как мимолетное видение. Ночная мечта всех старшеклассников Алтуфьева. И спасла меня. А? Надо было 100 раз подумать, кого спасать. Тебя или еще кого-нибудь. Знаешь, претендентов достаточно. Ну, давай уже возьмем кого-нибудь. Ну, давай возьмем. Ты знаешь, я вчера палец как кедралку содрал, как готовился. Пойдем. Кого-нибудь возьмем. Ты знаешь, а я столько корма накупила, что если мы возьмем вот этого Пушкина, он у нас быстро превратится в Толстого. Не-не-не, не превратится. Я вчера попробовал пакетик между нами. Это было все, что угодно, но не курица с кроликом. Ты что, дурачок? Ты людям есть нельзя. Да это никому есть нельзя. Эти консервы, я думаю, что из людей и делаются. Это же самое невкусное мясо. Юра, этот человек говорит, что я его пугаю. Смотри-ка. Юра, иди сюда. Смотри, Бах, Муза, их сын Моцарт. Это семья? Да. На ней 15 лет жили у одной хозяйки. Она умерла. Вот теперь они здесь. Какой ты красавец. Угу. Какой ты красивый кот. Аган Себастьян. Тебе он нравится? Вполне. Он такой солидный. Кот эпохи барокко. Тогда я его возьму. Да? Будем с тобой жить и ждать, пока все его трудности закончатся, да? Какой ты... Их надо оставить здесь, Оль. Они же вместе. Ну, неужели ты думаешь, что кто-то заберет их втроем? Они уже достаточно взрослые, по кошачьим меркам. А пусть живут здесь, втроем. Здесь? Всю жизнь? Нет. Ну, что, здесь не так уж и плохо. Так у нас есть места, вы оставайтесь. Насчет котов. Они у меня уже 3 года живут. Я сама их не хочу разлучать, но спроса никакого. Поэтому, если вы определитесь, я вам с радостью отдам этого кота. Подходите. Ну, тогда надо брать и Моцарта. Подожди, почему? Ну, потому что это будет по-человечески. Ну, а мать что, мать? Мать кто возьмет кто-нибудь другой. Я не понимаю, Юр, что происходит? Мы пришли за котом. Вот, прекрасный кот. Зачем ты все усложняешь? Он подохнет. Он сдохнет без семьи, Оль. Ты хочешь мне что-то сказать, Юр? Я тебе не только хочу, я тебе говорю. Ну, Ольвочка, возьми кого-нибудь другого. Ну, не трогай Баха, а? Ну, сдался тебе этот Бах. Не знаю, вот. Прекрасный кот. Вот, хороший. Вот тоже ничего. Ну, посмотри, вот, возьми любого, но только не этого, Оль. Мне нравится он. Оля, нельзя брать от жизни все, что ты хочешь. Нельзя! Прости. Я не хотел. Постоянный клиент. Я отвечу. Да. Юр, ты где? Ты ей сказал? Да. Так у вас все? Окончательно? Да. Почему?
у тебя там коты мяукают? Это коллега в Ютубе смотрит что-то еще. Одну секунду, подожди, одну секунду. Женщина, с которой я пришел. Она ушла. Взяла бах и ушла. Подождите, а все эти ваши формальности, анкеты, что, не нужно заполнять? Мы договорились, что после заполним. Знаете, в кои-то веки спокойно за судьбу кота. Эта женщина не бросит. У нас сегодня знаменательный день. Мы пришли выбирать себе котика. Вы знаете, здесь так хорошо за ними ухаживают и так тут красиво. На, Илюш, подержи. Давай. На, пока поснимай. Ой, малюсики, лапусики, какие же вы все хорошенькие. Илюш, а давай всех возьмем, а? Да не вопрос, давай. Только напомни мне, а после какого котика можно подавать на пособие по многодетности? Ты знаешь, а в любящей семье никто не голодает. Ой, Зай, ты посмотри, кого я нашла. Давай его возьмем, а? Леопольд ест все, лоток почти без промаха, добрый, доверчивый, любит спать на человеке. Да. На тебя похож. Этот парень нам подходит. Стой, подожди. Психолог сказал, что Алиса сама должна выбрать себе животное. Да нет, не обязательно. Девушка, а скажите, пожалуйста, а вот этот Леопольд, он не опасен для ребенка? Ну, в особо тяжких он не обвинялся. Хотя. Хотя, может, я чего-то не знаю. Извините, может быть, я неправильно выразилась. Мы ищем хорошенького котенка для нашей дочки, чтобы она могла любить, ухаживать за ним, нести ответственность. Вы знаете, мы просто хотели бы, чтобы она научилась думать о ком-то еще, кроме себя. Знаете, если детки тренируются на котиках, котики бегут, куда глаза глядят. А потом попадают сюда. Или в рай. Как повезет. Вы перегибаете. Наша дочка в жизни никогда никого не обидела. Это очень добрый и чуткий ребенок. Ну, вам виднее. Лизка, ну ты чего там? Ну ты иди хотя бы посмотри, какие там смешнючки. А кто это у нас тут? А это Леопольд, который хочет жить дружно. А это Алиса Ильинична Гордеева. Я же сказала, мне никто не нужен. Дочь, ну ты только посмотри, какой он хороший и беззащитный. Противный, фу. Ему здесь очень плохо. А меня это не волнует. Но ведь у каждого ребенка в жизни должен быть дом и семья. Ну не может же он жить вот в таких вот условиях. Пусть поищет себе других дураков. Вы уже заняты. У вас есть я. Доченька, но мы же можем все вместе любить еще кого-то. Не можем. Некогда нам. Мы меня любить не успеваем. Ребенок дело говорит. Ну, может, хотя бы погладь его, ну. Дочь, ну, да ладно тебе, ну посмотри, ну, классный же. Илюш, подожди. Лисань, солнышко, мне очень грустно все это слышать. Скажи, пожалуйста, а что будет, если у тебя когда-нибудь появится братик или сестричка? Что мы с тобой будем делать, а?
Ну, чисто теоретически, да, Наташ? Нет, это уже гораздо ближе к практически. Я не понял, к нам что, выехал кто-то? Ты же говорила, ты поправилась, потому что прекратила питаться по системе чаще и понемногу. Да, теперь у меня система сожри все, что не успевает убежать. Первый триместр. С Лисой было то же самое. Папа, она предательница. Не слушай ее. Дочь. Предательница. Дочь, да? Наташа, мне казалось, мы с тобой обо всем договорились. Ну, когда Алиска родилась, что будем осторожнее, что будем как-то... Мы не были осторожны, у нас не получилось. Если бы я знал про твои планы, у меня получилось бы лучше, осторожнее. Ладно, давай размышлять, ну, логически. У нас же Алиска, она же... Ну, с ней что-то не так, а мы в этом виноваты. Не говори ерунды, с ней все в порядке. Да она не любит котиков. Все вокруг любят котиков. Ну, я не люблю котиков. Ты серьезно, что ли? А что вот это вот сейчас здесь только что было? Психолог считает, что, кроме всего прочего, котенок поможет Лисе пережить ситуацию. А мне кто поможет пережить ситуацию? Илюш, я понимаю, что я не права, но просто услышь меня. Давай, без шуток, услышь? Смотри, у нас сейчас все стабильно, так? Да. Работа есть. Заначка есть. Лиза в школу пошла. Понимаешь, это хороший момент. Да? И вообще, я, между прочим, снова хочу ощутить себя мамой малыша. Ага. Я вот уже ощущаю себя мамой малыша. Не так лезешь. Лучше ногами, так удобнее. Все, буду жить теперь здесь. Да без проблем. Тебе хозяев новых подыскать? Тебе каких охота? Старых и больных. Лады. А зачем? Чтобы не нарожали мне. И то правильно. Может, воды? А ты-то рожать будешь? Нафиг. Мне и так есть чем тут заняться. У меня, знаешь, здесь 43 хвоста. С тобой 44. А у меня вот никогошеньки. Mm-hmm. Ну что ж, добро пожаловать. Извините. Алиса, что ты здесь делаешь? Выходи, пожалуйста, там грязно. Я бы попросила. Выходи, пожалуйста, мы идем домой. Вылезай. Не пойду. Ты очень-очень плохая мама. Алиса Гордеева, я тебя прошу, я устала, у меня болит голова. Лучше бы у тебя голова раскалывалась в ту ночь. Илья, если ты не хочешь идти со мной, иди с папой. Ладно. Пап, знаешь, эта тетя сильно не любит детей. А что вы с ней сделали? Да нет, пап. Эта тетя не любит детей. Алиса, да как ты можешь? Как вы вообще оба так можете? Наташ. Наташ, ну в самом деле, ну... А ты знаешь, я вообще не хочу больше ничего обсуждать. В конце концов, у нас есть сбережения. Рожу этого ребенка и буду воспитывать его сама. Нет у нас никаких сбережений. Что? Нет у нас больше сбережений. Я тебя прошу, только не волнуйся, ладно? Ну, там такая ситуация. Лехе надо было долг срочно отдать, и я помог. Ну, он вернет. Постепенно, но вернет. Ну... Погоди, погоди. То есть ты отдал все, что мы с тобой накопили своему брату? Который не работает и не учится в 28 лет?
Ну, слушай, там такая ситуация. Ну, в самом деле, ну, он связался не с теми людьми. У него проблемы. Ну, что, как я мог, по-твоему, поступить? Мог! Мог мне об этом для начала рассказать! Ну, знаешь, вот кто бы говорил? Будет хорошо? Я не знаю. Мама плакать ушла. Или решать вопрос кардинально. Наташа, Наташа, прошу тебя, умоляю, только не надо сейчас принимать никаких скоропалительных решений. Умоляю тебя, давай встретимся дома, все обсудим. Все. Пап, я вас очень сильно люблю. Мы тоже тебя очень-очень любим, дочь. Как умеем. Правда, у нас пока еще, наверное, не очень хорошо получается. Ужасно получается. Двоечники, пап. А мама нас с тобой не бросит? Да ну что ты, конечно, не бросит. Мы же ее тоже не бросим. И что, нам придется жить теперь с этим ее ребенком? Ну, давай так. Поживем, посмотрим, как будет складываться ситуация. А вдруг нам понравится, что нас четверо? Не понравится. А вдруг понравится? Я очень хочу этого котенка. Если после того, что мы здесь устроили, вон та вот тетя нам даже блоху от этого котенка не доверит. Правда, правда? Ну, пожалуйста, я очень хочу Леопольда. Переноску вернете после испытательного срока. Ну, а пока каждый день фото-видеоотчеты. Все, надеетесь, что мы не справимся? Марина, а подойдите сюда, пожалуйста. Скажите, если я возьму много-много котов и кошек, то меня не заставят заводить семью? Ну ты это, если что, приходи, разберемся. Держись, Леопольд. Там давайте жить дружно не прокатит. Если что, спрашивайте. Объясню, кто тут на что способен. А вы все про всех знаете? Такая работа. Это счастье, а не работа. Первого кота берете? Это так заметно? Я бы даже двух взяла. Или трех, четырех. Так можно? Можно. Если позволяет жилплощадь, и домочадцы не против. У меня все за. Муж хочет кошечку, я котика, а дочка двух котят. Ну, если вы хотите взять целую рок-группу,
Пожалуйста, я заранее приеду, посмотрю вашу ситуацию. Ой, а мы далеко живем? В области, в соседней. Ничего, я доеду. Извините, а что конкретно вас интересует? Готов ли дом к принятию нескольких животных? Все ли отдают себе отчет в том, что произойдет? И как вы это определяете? У меня свой метод. Интересно, а если вам что-то не нравится, что тогда? Тогда я говорю, что нужно поправить, потом приезжаю, проверяю. Звучит довольно пугающе. А это частный приют. Вы всегда можете просто уйти. Хорошо. А если я возьму одного кота? Вас тоже ждать в гости? Знаете что? Теперь уже да. Почему вы так со мной разговариваете? Я здесь, чтобы спасти кого-нибудь. Если вам не нравится со мной общаться, пожалуйста. И не надо никого спасать. Ладно. Извините меня. Я не хотела говорить, но я не живу в области. Я живу в Москве со старенькой мамой. Она болеет сильно психически. И никого в дом не пускают, вообще никого. Я так существую уже много лет. Не могу устроиться на нормальную работу. Не могу ни с кем познакомиться. Не могу даже выйти надолго. Сразу начинается. Так странно. В детстве все время ждешь чуда. Кажется, ну вот-вот и случится. А потом вырастаешь и понимаешь. Это оно и было. Чудо. И больше ничего не будет. Да. Да. Нет. Нет, меня не изнасиловали. И не разрубили на части. Буду через 2 часа, да. Мама. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Код феназепам. Действует безотказно. Кладете его себе на колени, и через полчаса любой, кто под котом, кайфует. Ого. А вас не привлекут из-за распространения? Была сегодня? Вот. Эта женщина. Прошу, скажите, что не было. Ну, раз спросите, значит, не было. Ой, извините, я не то хотела сказать. Это моя лучшая подруга Жанна. Мы с ней дружим со школы, понимаете? И у нее проблема. Она, как бы вам это сказать, патологический накопитель животных. Animal hoarding. Понимаете? Это очень серьезно. Обсессивное расстройство, вроде синдрома Плюшкина. Сама она этого не осознает. И пока ей удается это скрывать. Об этом знают только самые близкие. Пожалуйста, посмотрите еще. Вдруг вы видели ее раньше. Я пытаюсь ей помочь. Я уговорил ее лечь в клинику неврозов, но она сбежала. У нее же мама дома больная. Ее родители живут в Нью-Йорке, и она с ними не общается. Значит, она была у вас, да? Это вы ей звонили? У нее больше никого нет. После развода она живет одна, в
трехкомнатной квартире. Ну, то есть, как одна, с полсотней кошек. И ей все мало. Жанна в черных списках всех приютов. Ваш оставался последний, необученный. Вы знаете, где она живет? Конечно. У меня даже есть ключи от ее квартиры. Я сделала дубликат. Что? Что ты сделал? Совсем рехнулась. Сидишь за мной? Сама ты рехнулась. Пусти меня, Боря. Зачем тебе приказывать? Говори мне. Какого попускаешь проблему? Я видела, их меньше стало. Не трогай меня! Тебе лечиться надо! И часто ты бываешь у меня без приглашения? Когда ты пропадаешь надолго. Интересно, и как ты тебя сразу не поймал? Один раз почти поймал. Год назад. Мы с Димкой ходили в Фоменко, но слишком рано вернулись. Спектакль отменили. Лера, ты что, была у нас в тот вечер? Ну, я хотела слинять незаметно. Но вам приспичило все делать в коридоре. Ну, извини, мы не знали, что у нас гости. Скажи, ты вообще понимаешь, почему он ушел от тебя? Он начал встречаться. Я видела его с другой женщиной. В постели видела? От его квартиры у тебя тоже ключи есть? Жанна, ты теряешь связь с реальностью. От тебя уже все отвернулись. Наш начальник боится, что ему придется тебя уволить. А пусть не боится. И что? Ты думаешь, в другой фирме кто-то будет терпеть твои странности? Лера, какие странности? Я просто люблю котиков. Нет, Жанна, котиков ты любила 30 лет назад, когда у вас дома жили Барсик и Рузик. А сейчас, когда вся твоя жизнь состоит из орущего стада, это уже ненормально. Жанна, ты прогуливаешь работу. Ты врешь. Ты стала хуже выглядеть. Ты теряешь мысль при разговоре. Очнись. Ты котоголик. На выход. Стоять. Свою или мою? Я знаю, как ты относишься к Димке. Давно знаю, в отличие от него. Ты переживаешь, что начал встречаться, но не с тобой? Джеком обыскивать? Найду там кого-нибудь? Да. Дуру, которая вечно все портит. Ну, ладно вам. Ваш подруг тоже большой оригинал. Да нет, она хорошая. Но я легко поменяю ее на любую из этих ваших мордашек. Ну, вы это меня понимаете. Правда? Вы их обожаете. Вы им жизнь посвятили. Но хоть одного котика дайте. Ну, пожалуйста. Сама всхудала. Ну что, вам жалко? Думаешь, ты нормальная? Тогда что ты тут делаешь? Чем ты
лучше меня. За меня хоть кто-то волнуется. А у тебя что есть? Ну что ты молчишь? Отвечай. Агент Малдер, а сейчас смотрим на меня, как на агента Скалли. О, нет, разлюбил ее? Хорошо, тогда сверху. Сверху у нас летающая тарелка с курицей. Молодец. Не надо, не отдавай ее, как она здесь будет жить? Легко и радостно, как все кошки. Это не кошка. Заканчивай с этой дичью. Ты тоже куда-нибудь сдам. Почему ты мне не веришь? Так бывает. Человек уходит, а его душа остается в ком-то живом. Чтобы присматривать за близкими, помогать. Помогать? Она орёт целыми днями. Значит, она хочет нам что-то сказать. Душа застревает между мирами, когда у нее есть цель. Слушай, братишка, у меня тоже есть цель. Дотянуть тебя до 18 и послать нафиг. Помоги мне, помолчи 4 года еще. Здравствуйте. Здрасте. Возьмите кошку, пожалуйста, она на балкон залезла. Нет, нет, не берите, пожалуйста, не берите, это не кошка. Мальчик Миядзаки пересмотрел. Маша, когда мы вернулись с кладбища, она была там, в ее комнате, на ее кровати. Я точно знаю, это она, наша бабушка. Я все вижу. Да вы загляните ей в глаза, вы сами все поймете. Это не случайно, что она появилась после похорон. Слушай, у нас после похороны тараканы появились. Они кто? Дальние родственники? Она смотрит канал «Наука», как бабушка. Она засыпает под мою скрипку, как бабушка. Она даже жует табак, как наша бабушка Тамара Васильевна. А еще Тамара Васильевна сыт мне в тапке. А ты плохо себя вела в конце ее жизни. Слышь, ты чего несешь? Паганини. Не уделяла ей внимания. Слишком занята с собой еще кое-кем. Мы не дома, замолчи. Да из-за него ты даже не попрощалась. Ребята, ничего личного. Но ваша бабушка кот, причем такой конкретный, вырастет, мачо будет. Опа! И что? Бабушка была ученым, у ученых нет пола. Это у тебя нет пола, чудила. А мы разобрались, это просто... бродячий кот, а мы уходим. Спасибо большое. Не так быстро. Что там у вас с совершеннолетием? Исполнилось? Ну, а вы как думаете? К сожалению, иначе бы меня в детдом отправили. А, отлично. Значит, имеете право заполнять документы и подписывать. Пожалуйста. Слушайте, нельзя как-то по удаленке, может? Mm-mm. Прошу. Значит так, сдашь Тамару Васильевну, я сбегу из дома. Боюсь, боюсь. Ты меня не найдешь.
У меня есть подружка. Знаю я твою подругу. Узкоглазая такая, тянка из хентай. Чё думаешь, я не знаю, что ты там со своими комиксами по ночам делаешь? Удачи! Жрать захочешь, приходи! Здравствуйте, я за девушкой. Чего так долго, Маша? Я тут сочинение пишу на тему, как я провел жизнь. Не понял. Странно как-то. Зачем столько личных вопросов? Я бы не стал отвечать на твоем месте. Так это подстраховка. С бывшими домашними котами разные ситуации бывают. А мы тут при чем? Сдадим зверя, его нас больше никогда не увидите. Как вон ситуация была. Новая семья. Узнали, что кот тяжело болен. А болезнь передается человеку. Искали источник инфекции. Вот видишь, я тебе давно говорил, убери ее из дома. Кто знает, что эта бабушка в себе носит. Бабушка, кстати, дедушкой оказалась. Так тем более нужно избавляться. Зачем тебе еще один мужчина в жизни? У тебя же уже есть. Полтора. Как малой отреагировал? Как графиня с изменившимся лицом бежит к пруду. Чего? Расстроился он. Слушай, а знаешь что? Нужно его психиатру показать. Ну, потому что сначала ему бабушка мертвая мерещится, а потом ножичком возьмет и как начнет тебе. Да ваша фигня. Не убьет его пиликанье. Он реально заманал уже. Бедная моя, ну ничего. Поступит в мусучилище, мы договоримся, там ему комнату в общаге дадут. Да какая общага? Мы живем в трешке на Патриках. Не дадут. Ничего не придумаем. Не парься. Да? Ничего же не вечно. Когда-нибудь он вырастет и уйдет, и мы с тобой будем жить. Как большие, да? Я дописала почти. У вас сложные отношения с Тамарой Васильевной? Что, простите? Котенка обижали? Если бы я его обидел, от него мокрого места не осталось бы. В смысле? Коромысли. Ну, логично же. Что ты орешь на меня? Успокойте его. Так что у вас случилось? Ничего не случилось. Ну ладно, я его отпихнул пару раз. Бабушку, которая девушка. Чего страшного, все живы. В смысле отпихнул? Ну, отбросил. Чего он лезет ко мне, бесит каждый раз, как прихожу, кидается? Ну, он же ребенок, они так играют. Играет? Ну, да играется, полетит с окна без парашюта, да? Ну, в смысле, люди же разные бывают. И неизвестно, кому этот зверь достанется. Слушай, а мой брат тебя не бесит? Ну, бесит, а что делать? Да я шучу, Машуль, ты чего? Ты его бил когда-то? Никого не бил, что за предъява? Маш, что мы тут делаем? Давай, с котом же все решили. Не трогай меня. Ты идешь или нет? Нет. Ты серьезно? Серьезно. Окей. А знаешь что? Дурная ты какая-то. И толстая. Таких только за профессорские квартиры и любят.
И то недолго. До свидания. Обязательно место, где жить. И заберу его. Честное слово. Только никому не отдавайте. И приду за ним обязательно. Ну что, бро? Не пустил тебя твоя подруга? А ты что тут делаешь? Кинг-Конг вроде твой уехал. Я решила не сдавать бабушку. Ну, она же социофоб, как и ты. И она тут спятит. Какой я социофоб? С чего ты вообще взяла? Потому что ты не умеешь разговаривать с людьми. Да какой я социофоб? Я вполне нормальная, и девушка у меня настоящая, а не из комиксов. Угу. Наври мне еще. А я не вру. Она пианистка. Талантливая. Да. Старше тебя, между прочим. Чего? Ну-ка расскажи, что она там с тобой делает? Дура. Она вообще-то не такая. И вообще. Отвали. Ты нормально заговорил. Ну, брателлос, так я из тебя человека теперь сделаю. Ну, идите, да. Отлично сработано, бабушка. Спасибо. Удружили. Угу. Да, мне ж мало работы. Признавайтесь, кто это сделал. Сейчас поймаю и никаких обедов и прогулок. Тетя Марина очень злая. И сейчас я иду смотреть, у кого открыта клетка. Нам конец! Не видел, он нас потерял. Давай быстрее. Потерялся? Клещи блохи есть, девочки? Хотите жить в приюте? Вам нужно предъявить шорстку.
Пожалуйста, мы скоро уйдем. За нами гонится. Пожалуйста, он сумасшедший, он нас убьет. Не сдавайте нас, пожалуйста. Умоляю, не сдавайте. Блондинки, стройные, высокие, с длинными этими волосами, были здесь. Добрый день. Они? Смешно. Только мои без ошейников. Но идея хорошая, найду, обязательно одену. Вы меня простите, я просто здесь живу неподалеку. Вот, я с этими дочками пообщался, но они сбежали. Свернули куда-то к вам, а здесь только вы, типография, ну и дальше больничный морг. Но к покойникам они вряд ли сунутся. Уверены? Они вас, кажется, больше боятся. Вы там внизу все смотрели? На второй этаж поднимайтесь. Правильно делать, что боятся. Потому что больше всего я ненавижу удары из-под тишка. Ой, здравствуйте. Вы за котиками? Возьмете? От пули они, конечно, не защитят. Ну, от стресса гарантирую. Значит так, пока вам нет 18, решаю я. Значит, вы можете царапаться, кусаться, драться, бейтесь головой об стену, но вот этим вот, я вам заниматься не дам. Вы что, не понимаете, что рассекать в бикини – это не профессия? Почему нет? Почему нет? Да потому что это каждый может. Я ношу трусы, вот они носят трусы. Я надеюсь, что носят. Но это не может быть делом жизни. Ну, вообще-то за это платят. Что? Настя, а тебе что, денег не хватает, а? Или тебе не хватает? На что? Девчонки, ну, неужели вот это... ваша жизненная суть, ваша миссия, а? Что напишут на ваших могилах? Она носила трусы, да? Хорошая эпитафия, честная. Отлично, напишут. Они перебирали бумажки в фирме отца. Че, так лучше, что ли? Нет, только не в моей фирме. Мои слишком живо интересуются купальниками. В каждом столе по журнальчику. А, да это успех. Нет, Настя, это не успех. Успех будет, когда тобой дальнобойщик фуру обклеит. Ну вы что, правда думаете, что быть девочкой с обложки – это круто? Вы думаете, у вас будет счет в банке, свобода и жених из высшего общества, да? Нет. Нет. Значит, так, подойди сюда. Полюбуйтесь. Вот это. Вот это все. Вот это ваше будущее. Вот так вы будете сидеть и ждать, пока кто-нибудь вас заберет. И хорошо, если заберет кто-нибудь нормальный, а не такие вот, как эти. Девчонки, я не знаю ни одной счастливой модели. У всех стресс, бессонница, панические атаки. А почему? Да потому что с девочками с обложки с ними не церемонятся. Все знают, у каждой есть своя такса. Их покупают, продают, обменивают, дарят. Вы этого хотите? А вот парней, которые вам нравятся, рядом с вами не будет. Потому что об этом позаботится ваш агент. Рядом с вами будут только те мужики, которые любят дорогие игрушки. Такие, как ты? Вот ведь совпадение, пап. Все твои женщины ходят по подиуму. Так, ты давай лезь, не меняй тему. Может, это с тобой что-то не так? Раз они такие ничтожества, что ж ты с ними тогда общаешься? Меняешь их одну за другой. А ты хоть раз в жизни своей разговаривал с женщиной так, будто она человек, а? В общем, мы решили, что у нас все будет по-другому, папа. И для этого достаточно не связываться с такими, как ты. С такими, как я? Да. Вот сюда. Положили свои вещи, карточки, деньги и пошли туда, куда хотели.
То есть как? А вот так. Окей. Хорошо, на, все, забирай, все, забирай. Давай, Настенька, снимай. Ты успокойся, давай. Модель это не та, которая раздевается. Вот это за твои бабки. На, тоже забирай. Вот это все, на, забирай. Забирай, вот это тоже забирай. Все, пока. Пошли. Так. Значит так, узнаешь, где осели, позвонишь. Действуйте по-тихому. Маленькие были, все спрашивали, где мама, где мама. Я с дуру брякнул, что мама модель. Ездит по миру, дарит людям свою красоту. Спасает мир, как тайный агент. Ну, они тогда всех перебрали, кого знали. Куркова, Водяну, Бюнхен, Амбросио. Но потом смирились, что имени не узнают. Ну, стали он наряжаться и ходить перед зеркалом часами. Часами забили на все, на учебу, игры, прогулки. Я тогда забил тревогу. Было уже поздно. Получается, это я во всем виноват. Насте годик был. Лесе месяц. Она их на ночь поцеловала. Меня обняла. Типа, дорогой, доброй ночи. Но утром я проснулся, ее нет. И ни следа. Ни записки, ничего. Взяла только те вещи, с которыми пришла. Люди так вообще поступают. Мой муж через 5 лет свадьбы решил, что он жить не может без моей подруги. Мы поговорили, все выяснили, развелись. Еще через год он сказал, что любит другую мою подругу. Они теперь женаты. Так поступают люди. Ну, а нам что делать? Как их зовут? Кого? Ну, котов. А, камамбер, дроблю. Снегсоночка. Угу. Только это девочки, кошки. Хорошие девочки. Хорошие. Дроблю и камамбер. Да. Да. Вы знаете, я их возьму. Давайте документы. Надо удочерять. Ладно, я ничего делать не буду, я просто посмотрю. Ну, я
я ничего не буду делать. Я просто посмотрю. Ничего не буду делать. Михаил Сергеевич, ну... Она просто. У президента, по-моему, гингерит начальной стадии. Привет. Что, сбылась твоя мечта? Или тебя нашел? Кошкин дом? Ты что здесь делаешь? Просто пришел пригласить тебя на кофе. Нет. У меня посетитель. Ведите себя комильфо. Здесь никто не будет прощать ваши шалости. Выставит вон, на фамилии не спросит. Простите, нужно заполнить договор. Какой договор? Договор передачи животных. Договор, анкета. Нет, поразительное бессердечие. Вы что, не видите, что здесь прощаются навек? А вы со своими бумажками. Пожалуйста, пожалуйста, мы не будем вам мешать. Не надо здесь хозяйничать. Да ладно, ладно. Ладно. Не буду вокруг да около. Ты же в курсе, что мы с Ларисой расходимся? О, а кто же будет твоей будущей женой? У меня-то все подруги закончились. Ты можешь меня просто выслушать? Нет. Но ты все так же живешь одна. И я подумал... Если вам так надо, я без всяких вот анкет могу вам все рассказать. Бельмондо у меня каскадер. Он вечно куда-то лезет, висит где-то, прыгает, куда-то залезает, за ним нужен глаз да глаз. Ну, Делон, это совершенно другое дело. Он все больше по дамам, по дамам. Знаете, он куртазничает, поскольку ему нечем, то он демонстрирует остатки прежней роскоши. Я надеюсь, у вас это не запрещено. Девушка, вы меня совсем не слушаете? Не волнуйтесь, я справлюсь со всеми животными. Она справится с животными, как им это нравится. И вот это вот, лишённое всяких чувств, особо заменит вам хозяйку. Простите меня, но это уже перебор. Не хотите подписывать? Давайте. Не надо никаких договоров, ничего не надо. Возьму ваших французов и так. Все. Вы не хотите спросить, почему я их бросаю? Уезжайте. Да. Умираю. После второго инфаркта врачи сказали, чтоб я готовилась. Но к чему не готовиться? К смерти я не боюсь. И гроб уже себе купила. Такой удобный. И полочки там какие-то. Какие-то там ящички. В общем, мечта хозяйки. Но что будет с моими котами? Я совершенно одинокая. Но найдут меня через год. Но что будут делать мои мальчики? Ну, будут потихонечку меня грызть. Но я же невкусная. Засохла ириска. Ну что, вас совсем никто не навещает? Ну, я, конечно, сама виновата. Я ждала все идеал. Теперь жалею, но... Очень тяжело остаться одной в старости. Но был у меня один особенный кавалер. Дольше всех за мной ходил. Аля, отойди, ты мне не подходишь. Он говорит, ничего, я подожду. И ждал, и ждал, и ждал, не женился. Коля его звали. Теперь лежит в Агайковском кладбище. Неинтересно тебе? Нет, я
Просто думаю, пытаюсь как-то вам помочь. Да, не ври. Как только мужика увидела, тут же обо всем забыла. Что тебе там? Какое дело тебе до умирающей старухи? Гормон играет. Вообще-то мы были женаты. У него обручальное кольцо на пальце, ты видела? Вам какое дело? Женатый мужик, он только снаружи сладкий, а внутри горечь одна. Ну и что ты творишь? Я уже весь двор на уши поставил. Ну хорошо, что сосед сказал, что ты котов пошла сдавать. Мужчина, кто вы такой? Кто вы такой? Я не понял, ты меня бельмонделонами шантажировать собралась? Но вот на что ты на этот раз обиделась? Может, объяснишь? Что вы делаете? Уберите свои руки. Уберите руки! Ну, это просто смешно. Что вы делаете? Мужчина, кто вы такой? Что ж такое? Так, стоп. Что здесь происходит? Девушка, это моя супруга. Вы нас извините за беспокойство, мы уже уходим. Я никакая не супруга. У меня кроме Жан-Поля и Алена никого нет. Валь, ну что за глупости? Откуда вы знаете, как меня зовут? А? Валюш, посмотри на меня внимательно. Я Николай. Ты меня помнишь? Николай, который с Ваганьковского. Что? Извините. Что? Валюш, куда? Валюш. Не трогайте. Подожди. Я не пойду. Я не пойду. Тебе плохо? Ты падала. Пойдем. Она сказала, что у нее два инфаркта было, и после второго врачи боятся, что все. Какие инфаркты? Вы чего? Валентина по утрам гимнастикой занимается. На ней пахать еще можно. Угу, спасибо. Возьми стаканчик, выпей водички. Валюшенька, ну что ты помнишь? Ну, ты что-то помнишь, Валюша? Квартиру нашу в Николо-Песковском помнишь? А? Нет? Ну, а маму? Маму свою помнишь? А я ей нравился. Как она говорила, если ты за него не выйдешь, я выйду. Ну, родная, а театр? Театр наш детский. Помнишь? Ну, ты же главной героиней была, как ты играла. Ребятишек, помнишь, счастливых? Как они кричали, хлопали со всех рядов. Лисичка, лисичка, выходи. Ну же, родная. Николай. Ну, это не помогает. Ничего, мы сейчас домой пойдем, и она все вспомнит. Куда вы меня ведете? Я никуда не пойду. Не трогайте меня. Валюш, успокойся. Я твой мужчина, я твой муж. Я тебя люблю. Пойдем. Если бы ты почаще это вспоминал. А то все последнее время о другом думаешь. Как я жизнь твою испортила. Все не можешь мне простить свою Зиночку распрекрасную. Ну, Валентина, это уже за гранью. Так нельзя. Ты невозможная женщина. Вот ты... Зачем ты это все делаешь? Но, Зина, ты бы был счастливее. Ты бы родил своих детей, воспитывал своих детей, а не кошек. Ты бы вместе с ней перешел в малый театр. Ты бы ставил Достоевского, а не Чуковского. Почему? Почему я все это терплю, а? Почему? Что со мной происходит? Да с тобой ничего. С тобой все в порядке. Это со мной. Это я разрушила тебе жизнь. Вот сейчас вот думаю, может быть, я сделала это неправильно. А ты знаешь, Валентина,
Вот Зина бы никогда, никогда меня так бы не разыграла. Она все-таки актриса среднего дарования. Знаешь что, Валя, пойду-ка я, пожалуй, домой. Чуть устал я. Но мы еще с тобой поговорим о твоих этих этюдах. Да я не сомневаюсь. Испугались, мои дорогие. Ну ничего, иногда это бывает полезно. Я думала уже полицию со скорой вызывать. Ничего еще, знаете, сейчас мой режиссер придет в себя. Пойду, кулачки по заковолочку. Дорогая, забудьте все, что я вам здесь наговорила. Хотя, знаете, нет, только то, что вам не пригодится. Мерси, варвар. Терпи, ну немножко. Все. Молодец. Следующий. Так и будем сидеть? Ты здесь не всегда хочешь остаться? Нет уж, потерпи, казак. Кто тебя полюбит с грязными ушами? Давай, давай. Ну не шипи ты. И это твой способ не отомстить? Нет, это мой способ решить проблему. Ты мог бы просто ее оставить себе. Не мог бы. Нормальную квартиру с кошкой не снимешь, а жить в клоповнике только для того, чтобы твоя совесть была чиста. Моя совесть? Вообще-то мы оба за нее отвечаем. Да? Вот именно. И что ты предлагаешь, кроме плана К? Кинуть кошку на Костика? Я думала, ты ее любишь. Да, я вообще-то про тебя тоже так думал. Здравствуйте. Здрасте. А вы здесь работаете, да? Мы кошку хотели оставить. Не хотели. Но у нас безвыходная ситуация. Вот Матрёша. Она тихая, спокойная, ест все подряд. Не царапается, не кусается. Полгода ей. Давно она у вас? С рождения. Только не надо на нас так смотреть. Вы просто не знаете наших обстоятельств. Да их весь приют знает. Заполняйте. Заполните, позовете. Выглядит как приговор. Нас прямо здесь расстреляют, да? Сначала допросят, тут анкета. Давай, жги. Так, ну тут все на тему, что мы за люди, что у нас за кошка и почему мы ее отдаем. Потому что ты меня бросаешь и уезжаешь в Финляндию, все. Слушай, сколько можно? Я же тебе сказала, поехали вместе. Да ну и что я там буду делать, скажи, что? Смотреть, как ты свою карьеру строишь? Я там никому не нужен. Что ты сделал для того, чтобы тебя где-то ждали? Да ничего не сделал. Я ведь такой посредственный парень. Тебе за меня стыдно. Поэтому пиши. Иди к суду, Матрёшка. Костя, я прошу, давай не здесь. Нам уже высказали. Поэтому нам с тобой нужно расстаться и разделить все по-честному. Тебе свободу слова, выборы, перспективы. А Костя тупую Матрёшу пусть сидят тут и не гугукают. Боже, вот как я от тебя устала! Делай все сам. Хорошо. Кого больше всего боится ваш питомец? Детей. Детей боюсь я.
А Матрёша боится жуков. А ты вообще помнишь, что было, когда Морозовы с сыном пришли? Пацан мне PlayStation сломал. А Матрёша целую неделю жила в диване, я её там с руки кормила. Ага, и диван тогда пришлось выкинуть. Так. Хорошо, хорошо. Я напишу. Матрёша больше всего боится детей. Лучше напиши, что боится всего и вся. Ей нужен добрый, спокойный человек рядом. И дом, в котором она будет единственная и неповторимая. Да, я вообще-то, знаешь, тоже бы от такого не отказался бы. Так, какой режим дня у вашего кота кошки? Какой режим дня у нашего кота кошки? Спит днем и ночью. И лучше ее не тревожить, когда спит. А что будет? Я однажды ее разбудила случайно, так она потом целую неделю ко мне попой сидела, обиделась. Эх, Матрёша, Матрёша, знала бы ты, сколько раз она меня так будила. И когда это я тебя будила? Да почти каждую ночь. Ты знаешь, как ты пинаешься? Зюба отдыхает. И ты мне это говоришь только сейчас? Ну, я чувствую ответственность перед своими преемниками. Да. Запинаешь там бедных финнов до смерти. Ты вообще очень ответственный. Слушай, а когда мы последний раз глистов гоняли ей? Когда ты мне про любовницу сказал. Великий день очищения. Правда, с твоей стороны неполного. В каком смысле неполного-то? Что опять не так, Ника? Мы с тобой уже все разобрали, все уже обговорили. Что ты опять начинаешь-то? Знаешь, когда ты мне ее впервые принес, ты был такой счастливый, возбужденный. А тебя за километр несло духами. И что, но я от бабушки пришел. Она женщина. Так-то могла духами надушиться. Да? Селективным парфюмом из Парижа? Конечно, могла. В мечтах. Я тогда сама все поняла. Но я решила подождать. Мне было интересно, как долго ты сможешь мне врать? Да, а могла бы просто взять и уйти. А я и ушла в учебу и работу. И, как видишь, это дало результат. Так что нам написать в графе? Причина отказа от питомца Костика? Напиши, что хочешь. Хорошо, я напишу. Выяснилось, что ребенок от другой женщины. Слушай, Вероника, ты такая, ну, как бы... Какая? Ты любая нормальная баба, понимаешь? Она мне тупо скандал бы закатила. Она бы просто тарелками меня бы закидала, понимаешь? Так ты вот этого хотел? Ну, конечно, конечно. А как мне еще понять, что я все еще тебе нужен после всего этого, а? А люди в таких случаях, они разговаривают. И что, и помогли нам разговоры? Мне помогли. Да. Ты вон ушла в саморазвитие. Лучше изменил бы в ответку. Как нормальная баба. Как живая женщина. Значит так. Если тебе что-то нужно в квартире, ненормальный зомби-бабы, забирай сегодня. Завтра приедет покупатель. Да ничего мне не надо. Вы вообще в курсе, что у вашей кошки врожденный сахарный диабет? У нее же интоксикация. С чего вы взяли? Ацетоном пахнет. Чувствуете? Вы у врача хоть раз были? Нет, но с ней все в порядке было, она ни на что не жаловалась. А если бы жаловалась, вы бы это поняли? Что теперь-то? Отвезу ее к ветеринару, чтобы он назначил дальнейшее лечение. Я все оплачу, скажите, сколько? Вашей кошке до конца жизни нужен особый уход. Она у вас инвалид с детства, понимаете? Дайте мне номер карты, я буду присылать вам деньги каждый месяц. А еще вашей кошке нужен дом, а не клетка. Я ее не оставлю. Я заберу ее. И куда вы пойдете? Не знаю, к бабуле. Пока не выгонит, а там посмотрим.
Я сейчас укол ей сделаю. Mm. Но отсюда сразу в клинику поедете. Адрес, телефон дам. Да, бабушка и больная матрёшка. Наверное, ты себе не так представлял холостяцкую жизнь. Ничего, сориентируюсь. Я помогу. В Европе есть лекарства, которых здесь не купишь. В принципе, я могу не спешить с квартирой. Если хочешь, живи с матрёшей у меня. Я буду тебе платить за аренду. Здесь адрес, телефон ветеринара. Угу. Спасибо. Если будет совсем тяжело, приходите. Я всегда здесь. Спасибо. Спасибо. Удачи. Может, у меня еще ничего не получится в Финляндии. Я вернусь и заберу тебе матрёшку. Все у тебя получится. Да, это что-то новенькое. Ты хороший специалист, ты это заслужила. Со временем гражданство получишь. Может, министром станешь. Я так понял, у них в министры только красивых девушек берут. А ты чего меня спроваживаешь? Тебе что, эта кошатница понравилась? Да нет. До свидания. До свидания. Что, мужики, приглянулась вам матрёшенька? Я-то сразу поняла, что её не оставят. У меня глаз намётанный. И уши чистые, в отличие от некоторых. Так что, начнём? Пойдём. Ну прям раскричался. Ну, все, все. Все моются. Отключенная вода еще не повод оставаться грязнулей. От этого еще никто не умирал. А я как настоящая баба-яга. Сначала в баньке попарю, а потом вкусняшку дам. Здравствуйте. У нас санитарный день. У вас открыта дверь. Вы меня помните? Нет. Ну как, мы с вами соседи, мои дочки тут раздевались. Не помните? Да тут много кто раздевается, показывает. Я все не запомню. Ладно. Мне нужна кошка. Что сделали с предыдущими? Какими предыдущими? Дурблю и камамбер. Ага, значит, вы меня все-таки помните. Они пропали. Когда? Вчера вечером. Что вы с ними сделали? Ничего. А я уже подозреваемый. Так, нужно проверить помойки, старые заброшенные здания, подвалы. Я занят. Ну, в общем, я за них волнуюсь. Если они сюда придут, вы мне позвоните. Подождите. Дурблю и камамбер жили раньше у одного хозяина, и, возможно, они по нему соскучились и туда побежали. Ну и чем же он так хорош, этот бывший? Не стоит ревновать. О, нашла. Бывший хозяин. Но это не поможет, он вряд ли что-то знает.
Нужно просто подождать кошек во дворе. Подождать? В смысле, посидеть в засаде? Какое интересное предложение. К черту работу, домашнюю рутину. Ну, я сама могу несколько дней покараулить. Извините. Да. Ты совсем себя не контролируешь. Да, у меня важные дела. Нет, я не скажу, где, не надо меня искать. Успокойся. Все. Знаете что? Поехали вместе. Сейчас. Ну что, погода отличная. По дороге пиццу закажем. Поспорим о людях и смыслах. Ну, как настоящие детективы. Растины и Марти. Соглашайтесь, на чем мы с вами в прошлый раз остановились? М? Понятно. Не любите пиццу. Пиццу и странные фантазии. Извините. Знаете, иногда бывают такие моменты, когда нет ничего важнее, чем раскрыть дело о пропаже кошек. Так может, из-за этих моментов Камамбер и Дурблю сбежали? Кошки не любят наших ссор, споров. Ну, тогда у меня для них плохие новости. Ладно, кошки я найду. Еще раз простите за направление мыслей. Любимый мой, мы сейчас посмотрим на этого козла. А вот и он. Ты чё меня? Ты чё меня бросаешь, а? Говори давай! Не трогай меня! Не трогай! Ты что меня бросаешь вообще? Оксана, выключи это, пожалуйста. Не трогай телефон. У меня нет секретов от подписчиков. Дорогие друзья, тема нашего сегодняшнего эфира – не уходи. А меня бросил мой мужчина. Итак, нам всем очень интересно узнать, почему ты меня бросил. Вы понимаете, он думает, что я тупая. Вот, он неделю уже не ночует дома и говорит, что он вечно занят. А на днях я его увидела в тёлке одной в сторис. Не трогай телефон. Ответь моим дорогим подписчикам. Я должна обязательно орать, чтобы ты мне ответил. Ответь, я тебя прошу, почему так? Почему? Почему ты меня бросаешь? Ч-ч-ч-ч-ч. Оксана, орать не надо. Котикам это вредно. Я же точно знаю. Я знаю, что ты мой идеальный мужчина. Но как это мы смотримся вместе? Как не получилось? Как? Пройдет время. Ты скажешь спасибо, что избавилась от меня. Нет, ты мне скажи, чем она лучше меня? Чем? Ты же знаешь, сколько у меня подписчиков, сколько у нее. Я, честно говоря, не обратил внимания. Да и дело не в ней. А в чем дело? В чем? Я поняла. Это у тебя травма, да? У тебя травма от жены, она тебя бросила. Теперь ты переживаешь, что у тебя кто-то еще бросит, ты бросаешь всех первым, да? Но мы справимся со всем. Слушай, мы справимся. Слушаешь? Подписалась на паблик «Психология в картинках», да? У тебя крыша едет, да? Тогда объясни мне, что ты здесь делаешь? У тебя крыша поехала на почве котов, 2 кота сбежало, у тебя же просто... Ты носишься по городу, как угорелый! Это же коты! Это дурацкие коты! Оксана! 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 Прекрати! Сбегают, сбегают они, что? Эй, что за шухер без моей команды? Стоять! Стоять! Тихо! Ну и что? Что ты чувствуешь, когда тебя бросают, а? Приятно? Теперь вы понимаете, что происходит у меня в жизни? Напишите ваши комментарии, то, что вы об этом думаете.
Я вас люблю. Спасибо. Ребят, вообще-то вы меня все сегодня расстроили. Я вам сколько раз повторяла. Если кто-то глупый предлагает вам побег из Шоушенка, ответ всегда один. Спасибо, нас и тут неплохо кормят. А если кто-то при побеге опрокинул миску, пеняет сам на себя. Мы с этого дня воду экономим. Всем понятно? Спокойной ночи. Боже, да... Ой, простите. Виктор, вы напугали меня. Вот, я нашел. А, ничего себе. Ну, мыть надо их. Да и вас тоже. Так я не умею. Мыться не умеете? Поможете. Мы вообще-то закрываемся уже. А вы знаете, я вас хотел спросить. Вы мне про своего мужа рассказывали. Это потому, что вы его ждете? Ладно. Я сам додумаю. А вы могли бы додумать в каком-то другом месте? Мне уходить надо? Куда? Какая вам разница? Нас закрывают. Хотя аренда еще оплачена на год вперед. Сегодня воду отключили. Иду ругаться. А, так вы поэтому детей в тазике моете? Ну и как, ругань помогает? Мне да. Приюту нет. Арендодатель нас в суд подал. А котики поди не знают. Значит так. Вот. Это визитка. Моя визитка. Завтра в 10 утра вы будете у меня в офисе. Со всеми документами. Я юрист. Иван. Я тут подумал. Не каждого беглеца и беглянку стоит ловить. Иногда надо отпустить. Для чего-то нового. Я Марина. Я люблю пиццу.